Я, Антон Смирнов, пережил страшную аварию, встал из инвалидного кресла и занялся спортом. И это проект «Вертим». В тот день, я не знаю почему, я не поехал на своей машине. Сказал, пусть моя маленькая отдохнет. И на въезде в Калугу наша машина попадает в аварию. В реанимации мне снились сны, кошмары. Я постоянно хотел оттуда убежать. Я лежал 8 месяцев и думал, ну, после удара отходил, что мне делать дальше. В один прекрасный день я просто думаю, а кто здесь, кроме меня, еще мне поможет? Надо что-то делать, а не лежать увольнем. Начал обжиматься. Один раз я мог только. Сейчас я делаю по 40-50 отжиманий. Мне главное была цель начать ходить. Отвязаться от палки, то есть от троски. 3 года уборных тренировок у меня пошла какая-то динамика положительная. В прошлом году я уже переехал в Тверь. Ну, а в Твери уже, как говорится, другие возможности. Моя жена – это мой источник вдохновения. Многому меня научила и много помогала. Также я хочу как бы людей замотивировать, помочь. Может, кто-то меня смотрит такой же. Коллега переломанный, не все потеряно. Каким я был, каким я стал. Время и труд, все перетрут, как говорится.